предотвратили трагедию. Полицейские спасли человека, который едва не совершил роковую ошибку. Стражи порядка ворвались к 47-летнему мужчине в квартиру и спасли ему жизнь. Подробности у Нафисы Минязовой. Полицейских вызвала соседка 47-летнего мужчины. Она рассказала, что он уже давно не выходит на связь, и из квартиры исходит странный запах. Сомнения женщины о том, что в его квартире не все в порядке, нашли свое подтверждение. Полицейские изначально стали стучаться в дверь, но им никто не открыл. И когда они услышали хрипы изнутри, они решили ее самостоятельно открыть, и, к счастью, она была не заперта. Зайдя в квартиру, они увидели страшную картину и не дали хозяину жилища совершить роковую ошибку. Ведь доли секунды могли стоить человеческой жизни. Мужчина на тот момент уже терял сознание от нехватки кислорода. Когда услышали дверь, хрипы в квартире, немножко растерялись, а потом взяли себя в руки и оказали первую медицинскую помощь. Затем стражи порядка вызвали на место медиков, и 47-летнего хозяина квартиры увезли в больницу. В настоящий момент с ним все нормально, но все, никаких последствий для жизни не будет. Жить будет. В свой день рождения Инсаф Ибрагимов спас человека. И для него это, говорит, останется в памяти надолго. Благодаря тому, что только вот эти два парня вот пришли вовремя, да, они спасли ему жизнь. Сейчас мужчина находится в 7-й горбольнице. Затем с ним будут работать сотрудники психоневрологического диспансера. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.